Вот сделал стамеску с нержавеечки, уже вторую. Первую где-то потерял, точно такую сделал. Была такая удобная, потерял. Вот сегодня сделал. Думаю посмотреть, как там пчелки бакфаст принесли меду или нет. В прошлом году зимой делал вот улья, два улья деревянных сделал. Но тут живут дикобразы, вот я в маске, летает, хочет ужалить. Но один улей у меня есть, бакфаст, это мои любимые, я с ними отдыхаю, могу любоваться, целый день сидит и наслаждаться. Вот там эти дикобразы, сразу видно, а это бакфаст. Вот. Месяца два не смотрел. Ой, какая красота тут. Все желтенькие. Ой, какая красота. Меня зовут Иосиф. Я с небольшого городка, родом из Дробышей. Всю почти жизнь занимался фотографией, но любил пчел. Дедушка Антош держал пчелы, но, правда, были очень злые. Меня, помню, от колодца гоняли, домой убегал от них. Люблю дерево, делал некоторые вещи из дерева. И вот в интернете встретился столяр. Добрый плотник называется его на сайт. Я там любовался его мебелью и так постепенно заметил, что он хороший пчеловод. Задумал я купить у его маточки, но, правда, он мне подарил. У меня 4 улья, на этих других нету ни меда, ни пчел, почти все поразлетались. Тут был приболевший, я раи даже и не видел, все улетели. И вот на днях еще один улетел. В общем, бесполезная работа с этими абакос. Мне кажется, очень хорошие пчелы. Дружелюбные. Я сижу и любуюсь ими. Можно бесконечно любоваться. По утрам выхожу, уже они работают, летают. И почти темно, все равно летают. Ну, а эти нет сравнения никакого. Вот, бесполезно. Не знаю, как в деревнях, там, может, есть медосбор большой, так еще как-то. Ну, в городке нашем тут медосбору особо нету. Ну, вот моя стамеска. Ого, никак. Наверное, 25 килограмм. Но удовольствие. Купил медогонку. Из одного запаха можно держать пчел. Это не рассказать, какой запах. Ой, красота какая. Все запечатано. Вот вторая надставка. Посмотрим, что тут. Когда я заводил пчел, знаменитые пчеляры сказали, что в городе меда не будет совсем. Ну вот, оказывается, есть. Но это благодаря пчелам бакфаст. В этой семье линия ВИФ-300. Называется. О.
Так, уже две я снял, третья. Смотрим, что тут у третьей. Ну вот, красота какая. Пчелки желтенькие. Те три улья, что у меня есть, перероились, поразлетались. И меду нету, и пчел почти нету. Но я уже тут научился немножко вырезать эти маточники. А в этом году вот уже третья, вот третий магазин. Вот рядом стоят, вот, перероились, ничего нету, ни наставок, ни меду. И пчел там, ну, жменька, может, какая. Что значит ВИФ-300? Оп! Ну вот. Полностью. Полностью. Но жизнь моя сложилась не очень просто. Характер у меня не очень мягкий, твердый. Ну, в молодости мне было где-то 16 лет, и я принял решение никогда в жизни не пить, ну и не курить. Хотя было очень трудно, в то время заставляли. Молодежь приставала, и на свадьбе было трудно, но я свое слово сдержал. И фото у меня, и много разных интересов, и трактор самодельный, и студия есть, все оборудование для фото, для видео, лаборатория хорошая, Fuji 340-я. Хотя уже трудно, 70 лет, надо помощь. Вот, может, внуки увидят этот фильм. Посмотрят. Жалко, где-то они существуют, а я их не видел. Ну что сделаешь, такая судьба. Ну, всем смотрящим всего хорошего, здоровья, успехов во всем. До свидания.